В минувшую ночь не спали любители истории. Во всех архивах Чувашии прошла всероссийская акция «Ночь в архиве». Ксения Григорьева, студентка Института культуры, впервые пришла на эту акцию рассказывать, что удивлена возможностью узнать о своих предках в своей деревне. Можно, допустим, свою родословную даже узнать в седьмом колене. Вот я, например, сама с Цивильского района, да, и вот здесь находится много документов. Я могу прийти, я могу как сама заняться этим, так могу, например, заказать. И мне найдут всех моих родных, всех моих пра-пра-пра, кто был там родственниками моих предков. Я считаю, это большая, ну, возможность узнать историю своей семьи, историю своего родного края, например, той же самой деревни, города. То есть, наверное, я даже обращусь сюда обязательно. Интересно же знать. А хотя до этого я не знала, что можно, вот есть такое место, куда можно прийти и узнать всех своих родных. Это очень здорово. Ночь в архиве – это еще и возможность познакомиться с работой архивиста. Люди понимали, что архивы – это закрытые площадки. Как-то выработалось, ну, в сознании граждан в 90-х годах, когда все архивы были засекречены, ну, после распада Советского Союза. И мы хотим, чтобы люди понимали, что архивы не всегда открыты для людей, и что это не просто склад бумаги, как обычно некоторые говорят, а все-таки это сокровищница нации, нашего государства, и где любой желающий может прийти и ознакомиться с документами. Во время ночи для участников акции работало сразу несколько архивов по всей республике. Были организованы экскурсии, на которых рассказывали, как хранятся документы, как их защищают от пыли и времени и восстанавливают. Эти люди всегда сидят в своих кабинетах, их никто не знает, их никто не видит, а работы серьезные, ответственные. В этом году в рамках акции были представлены экспозиции, посвященные году экологии и году матери и отца. В следующем году, обещают организаторы, Государственный исторический архив Чувашии сможет принять любителей истории в новом здании на улице Урукова. Татьяна Молокова, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика.